Беларусь, а откуда ты берешь креветки и мидии, которые потом продаешь России? О, это очень интересная история. Да? Ну так расскажи ее. Когда началась вся эта белиберда с Крымом, санкции, обвал рубля и в конце концов напряженность. Когда все вводили ограничения и преграды, я увидел возможность. Пс, Европа, у меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Что мне может предложить последний диктатор Европы? Транзит продуктов в Россию. Где подписать? Украина, я тут узнал, что тебе энергоресурсы нужны. Могу помочь. Я не против, конечно, но откуда у тебя уголь? Да какая разница, он точно не из России. Что ж, ладно. Ну, сейчас посмотрим, откуда это точно не российский уголек. Чего? Ого, а ты умеешь поднимать бабло? А то.